Россия возвращает себе звание аграрной державы. Рекордным урожаем зерна в 2017-м на выставке «Золотая осень» рассказал председатель правительства Дмитрий Медведев. Минсельхоз прогнозирует, будет собрано более 127 миллионов тонн зерна. Это даже чуть больше, чем в очень урожайном 1978 году. Со всей страны по зернышку. Как непогожий год стал самым урожайным в истории России? И какой вклад внесет государственный амбар Ивановская область? Глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Савельева в отрасли с 1998 года. Начинали с 14 гектаров. Сейчас в Гаврилово-Посадском районе засеивают уже больше тысячи. Вместе с супругом они настоящие фанаты своего дела. Выращивают озимую и яровую пшеницу и пивоваренный ячмень. Урожай пока не посчитали. Говорят, точно не меньше, чем в прошлом году. Зерно хранится на складе, с ним хозяевам еще придется повозиться. Пока ячмень ждет покупателя, его нужно перекидывать. Это перекидывают зерно специально, чтобы оно уменьшалось, и влага, и все это, как бы, чтобы шевелим его, чтобы у него не пропало качество. Ячмень – пивоваренный чил. Его купит завод «Балтика». Он же готовит семена и проверяет качество урожая. Зерно уже забрали на анализ. Вот только фермеры переживают, как бы не упала цена. Всегда работали нормально, срабатывали. В этом году анализ взяли пока, и тишина. Что дальше будет? То ли цену снижать, как нам известно, на югах снизили цену. Это же то ли... По договору 10 рублей, но пока тишина у нас. Ивановская область не случайно относит к категории регионов с рискованным земледелием. Год на год не приходится. Вот, например, в 2013-м Савельевы приобрели трактор «Террион» в лизинг. Надежный вездеход, а урожай не собрали, все оставили в поле. Дожди. Тот же много в тот год оставили. И сами видите, какая у нас в этом году погода. Непонятное. Что сев был очень тяжелый для людей, что уборка, что обработка, химпрополка. Вообще в этом году с роду родов такого не было, чтобы это трава была. Тем не менее, все до последнего зернышка уже в амбаре. Теперь главное продать не за бесценок. Уже 3 года банки по разным причинам отказывают Савельевым в кредитовании. Выживают за счет собственных сбережений. Государство, конечно, помогает, но не балует. Так называемая несвязная поддержка в этом году составила около 800 тысяч рублей. Для сравнения, только средств защиты для обработки растений было закуплено почти на 1 000 000. А нужно еще топливо для техники и прочие расходные материалы. Но фермеров трудности не пугают. Кажется, что их девиз по жизни – у природы нет плохой погоды. Это сельское хозяйство непредсказуемое. Ну что ж, приходится. С 98 года выживаем и дальше прорвемся. Капустным плантациям Николая Волощука в Приволжском районе позавидует любой огородник. Здесь от традиционной белокочанной и краснокочанной до брокколи, брюссельской, пекинской. Такого количества капусты, как в этом хозяйстве, не выращивают Ивановская и Костромская области вместе взятые. Вот работники срезают кочаны и аккуратно укладывают их на специальный транспортер. С каждым овощем, как с живым существом. Любое увечье и храниться уже не будет, сгниет. Год для овощей выдался неудачным. Удачным, рассказывает фермер. Урожай хуже. Погода не позволила вовремя начать посевную. Потом было мало тепла и солнца. Как результат, период вегетации увеличился на месяц. Раннюю капусту, которую должны были начать продавать с июня, на прилавки отправили только в середине лета. Это повлияло на сильно, это не только у нас одного, это повлияло сильно на цены. В целом на цены на рынке на капусту, потому что та капуста, что должна была продаваться в течение 2 месяцев, она на месяц позже. То есть все это выпало на месяц. Рынок не смог столько проглотить. Получилось фактически в июле, в начале июля, в конце июля капусты не хватало, была очень дорогая. А потом обрушились цены, и фактически по сегодняшний день мы капусту продаем на уровень себестоимости. Учитывая, что мы капусту продаем 7 тысяч тонн, то это серьезные потери для хозяйства.
Теперь, когда урожай картофеля, капусты, моркови и свеклы созрел, снова неудача. Машины вязнут, к уборке в полной мере приступить не получается. Хотя, будь в хозяйстве современная техника, нервы аграриев были бы целей. Допустим, мы морковь можем даже копать сегодня. Даже если будет сверху дождь идти, мы ее можем копать. Но для этого нужно купить комбайн, который стоит 550 тысяч евро. Это комбайн, который работает на переувлажненных почвах, любых погодных условиях. Он обеспечивает чистую уборку. То есть есть комбайн, который убирает, скажем, Финляндия или Норвегия, или во Вьетнаме, в Японии переувлажненные почвы, где с комбайна течет вода, но они убирают. Для этого есть техника. Мы не можем себе позволить купить такую технику, поэтому уповаем на погодные условия. Да и спрос на запоздалые овощи в этом году меньше обычного. На пустующую нишу пришли другие поставщики. Не успевать за рынком сегодня опасно, ведь всего один финансово сложный год может запросто выбросить за борт. О вкладе Ивановской области в вековой рекорд по урожаю зерна в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия говорят с осторожностью. На данный момент намолочено порядка 136 тысяч тонн. У нас не зернопроизводящий регион, как вы знаете, за исключением нескольких хозяйств коллективных и фермерских Гаврилово-Посадского района. Производством товарного зерна мы занимаемся очень мало. Поэтому наш вклад, он есть, но значительным или даже заметным его назвать сложно. Ивановская область подходит для возделывания овощей и животноводства. Этим и занимается. Кстати, чем можно гордиться в 2017-м, так это успешной заготовкой кормов. Запасли больше, чем в прошлый сезон. А это хорошая база для увеличения поголовья домашнего скота. На поддержку сельхозтоваропроизводителей бюджет федеральный выделил в этом году 400 миллионов рублей. 100 миллионов – областной. Основные направления, по которым эти деньги распределялись, это прежде всего поддержка производства молока на доенный литр, субсидия, так называемая несвязанная поддержка на гектар пашни, на гектар посевов, субсидирование льготных кредитов. Что касаемо аграриев, забот им хватит вплоть до зимы. А зимы и посеяли, сейчас полным ходом идет вспашка зяби. А еще до осени нужно успеть купить топливо и удобрения на следующий год. Экономные хозяева уверяют, весной все будет стоить в разы дороже, чем сейчас. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гаврилово-Посадский и Приволжский районы.